У поп-актрисы Жанны Малинович подох коте по кличке Рамазан. Сняв видео на тему «Труп Котович», решила Жанна волю дать слезам. Слезам своих поклонниц и фанатов, кто записался в Малинович клуб через Facebook, «Мой мир» или «Контакты», забросив этот ролик на YouTube. Через минуту после размещения ей на мобильный раздался звонок. «Салам, Жанетта, прошу прощения, я президент Республики Чинох». «Рамзанчик, милый, ты уже все знаешь?» «Да, поперхнулся костью и подох. Фонтаном слезы, ты не представляешь, как нефть из недр Республики Чинох. Мне не забыть день города Морозный, гала-концерт, дуэт с Ванессой Мэй, как ты смотрел на нас такой серьезный, но предпочтение отдал ты не ей. В Чинох Хаят, одна оставшись в люксе, я 2 часа пила коньяк с мате. И тут на дельтаплане ты, мой пупсик, влетел ко мне с вот этим вот коте. Да, ты спешил, не мог ты задержаться, и поняла я в эти 5 минут, что с русскими умеешь ты сражаться, что много нас таких погибло тут. Домой с комочком теплым я летела, и с карточкой Сбербанка золотой. В тупой истоме изгибалось тело, и я в бреду шептала: «Нет, постой!» Связался ты с безграмотной дурой, когда я Рамазану назвала, но типа букву лишнюю дала. Была бы кошка, окрестила бы мурой. И вот коте не стало. Милый, милый, не знаю я, тебе, ему шепчу. Сижу вот над кошачьей могилой и землю грызть от ужаса хочу. «Короче, Жанна, ты не волновайся», — сказал глава республики Чинох. «Кота мне воскресить, как ни старайся, я все могу, но я, увы, не бог. Но если хочешь, я тебе, Жанетта, мандат в ГД от яблока куплю. Ты плакала, весь мир увидел это. Ты трелец, Жанна, я тебя люблю». Теперь Жанетта Малинович в Думе вещает за зверье и за леса. А в том районе, где котенок умер, где он лежит, там лесополоса. Там любит отдыхать поэт Вулканов, певиц и депутатов близкий друг. На холмик льет настойку валерьяны и, закурив жетан, глядит на юг. И пионеры, наши и не наши, бухают часто там, где котик сдох. Березоньки им листиками машут и ждут десант Республики Чинох.